Ой, добрый вечер. Спасибо. Спасибо большое, как вас много, Господи. Спасибо, что вы пришли так поздно. Мне очень приятно, я волнуюсь. Да, спасибо большое. Спасибо огромное. Меня зовут Ксения Рапопорт. Я артистка. Я 17 лет работаю в Малом драматическом театре Льва Абрамовича Додина. Я закончила институт в Петербурге. Мой педагог был Вениамин Михайлович Шельштинский. Вот, ой, спасибо большое. Спасибо огромное. Так, какая еще, я не знаю, биографическая справка. У меня две дочери. Что еще такого рассказать? У меня нет никакой программы. Как мне сказали, что у нас будет с вами просто разговор, вы будете задавать вопросы. Я обещаю честно, максимально искренне на них, на всех отвечать. Поэтому давайте начнем. Да? Здравствуйте. Как мне удается это совмещать? Никак. Я вам честно скажу. Это несовместимые вещи. И я думаю, что любой современной женщине, работающей в любой профессии, не хватает времени на детей. Вообще на детей не может хватать времени по определению, потому что до определенного возраста им хочется, им необходимо находиться с мамой, с папой, просто с утра до вечера и ночью тоже. И это нормально. Поэтому, конечно, дети у занятых родителей страдают от недостатка времени. Это меня мучает, я в разные периоды своей жизни по-разному это воспринимаю. Иногда для меня, мне кажется, что это просто катастрофа, и я начинаю от всего отказываться и все отменять. Иногда я таскаю, пока есть возможность, маленькую, пока дочка и та, и другая маленькая была, я таскала с собой везде, где только можно, на все съемки, на все гастроли. Так что такие у меня дети в этом смысле цыганские. Потом у них начинается какая-то своя жизнь, занятия, кружки, школа. И дальше уже вот такие, как сказать, вырывания их из их среды скорее больше доставляют им дискомфорта, чем комфорта. Приходится чем-то жертвовать. Ну, в общем, это такой бесконечный компромисс, который ты ищешь, пытаешься этот баланс найти. Он не находится никак, и поэтому никакого рецепта у меня нету. Продолжаю мучиться. Вот. Здравствуйте. Я буквально недавно посмотрела, наконец-то, фильм с вашим участием «Юрий в день» Кирилла Серебренникова. Я вот хотела вам задать такой вопрос. Расскажите вообще про то, как это происходило. Потому что фильм у меня, я не знаю, сказать, что у меня был шок, ничего не сказать, потому что, ну, это, ну, вы сами понимаете. Вот расскажите про то, как проходили съемки, как вы к этому готовились. И если возможно, я не знаю, как отнесутся остальные, расскажите, как вы относитесь к ситуации, связанной сейчас. Ну, в общем, вы поняли. Спасибо большое. Фильм «Юрий в день». Этот сценарий написан выдающимся, одним из моих самых любимых драматургов, мне кажется, величайшим из ныне живущих, Юрием Николаевичем Арабовым. И, как сказать, мое участие в этом фильме родилось в такой достаточно курьезной ситуации. Мы не были знакомы с Кириллом Семеновичем лично. Он мне позвонил и сказал, что ему нужно сделать в Петербурге, а я живу в Петербурге, ему нужно сделать некую акцию, я сейчас уже не помню, с чем связанную, но, в общем, он хотел меня как-то в этой акции одноразово использовать. По этому поводу он приехал в Петербург, и мы с ним встретились в кафе.
Мы поговорили по поводу, значит, вот этой какой-то вот акции. И дальше он говорит, слушай, говорит, скажи, пожалуйста, а ты не знаешь такого мальчика? Мне нужен такой мальчик, актер, примерно лет 20, который мог бы исчезнуть, раствориться. Я говорю, как интересно, говорю, ну, я говорю, ну, в смысле, он должен быть субтильный или вот как? Ну, вот он говорит, такой должен быть странный, что вот должно повериться, что он раз, и вот исчез, и стал, не знаю, деревом, птицей, землей еще. Я совершенно обалдела от такой задачи, она мне страшно понравилась, и я стала думать, и, значит, я говорю, ну, подожди, расскажи мне, что за история это такая, что за мальчик? Он говорит, ну, вот это сын главной героини фильма, я сейчас буду снимать фильм по сценарию Арабова, и начинает мне рассказывать эту историю. Рассказывает мне краткое содержание фильма, я совершенно в полном восторге. Я говорю, господи, кто эта счастливая женщина, кто? Он говорит, ну, мы сейчас Изабель Юпер послали сценарий, ну, там еще, я уже не помню, кто-то еще был, Изабель Аджани, по-моему. В общем, как-то говорит, ну, есть там актрисы, говорит, рассматривают, потому что, ну, у нас, конечно, нету. И тут я понимаю, что вот или сейчас перешагну через вот то, что я ужасно в этом смысле зажатый человек, мне никогда не хватает силы, духа сказать, что а я. Вот, и я думаю, ну ладно, я говорю, Кирилл, а вот может быть все-таки а я? Он так смотрит на меня, говорит, ну ты что, говорит, вообще, говорит, ты понимаешь, что я... А сколько лет назад это было? В общем, мне было, по-моему, лет 36. И он говорит, ну ты понимаешь, что ей должно быть 45, и вообще, говорит, это оперная певица в теле, и говорит, ей 45. Я говорю, Кирилл, я говорю, если я выпью вечером как следует, я говорю, я утром, мне будет все 50. Я говорю, так что вообще даже не проблема. Я говорю, ну пожалуйста, ну давай. Он говорит, ну ладно, ну все, ну давай нормально. Я говорю, ну слушай, ну пожалуйста, ну сейчас жалко, что ли, давай пробы сделаем. Я говорю, давай пробы грима, просто, ну, давай, что тебе жалко, что ли? Он говорит, ну давай, хорошо, ладно. Я приезжаю в Москву. Замечательный гример Галя Остеменко, великий мастер тоже. Мы, значит, с ней встречаемся. У нас есть час. И за этот час мы достигаем невероятных результатов, потому что мне становится примерно 80. Я представляю из себя совершенно, значит, какую-то седовласую ведьму с крючковатым носом. Все, значит, она на меня навалила все, что только умела, она применила ко мне. С красными глазами, ну, какой-то просто... И когда заходит Кирилл Семенович, он заходит в помещение, где мы сидим, он говорит, здравствуйте, где Рапопорт? А я, значит, тут. Он говорит, вы с ума сошли? Снимайте это все, значит, к чертям, и будем пробовать. Все это с меня сняли, и без всякого грима мы попробовались. И вот как-то так это вот и началось. Потом мы стали искать мальчика, сына. Но мы придумали какой-то грим, на самом деле, действительно, есть способы, да, это такая тонкая пленка, типа клея, которая как бы так вот кожу тебе растягивает, вот так вот, а потом, значит, заливают ее клеем, а потом вот так вот мнут. Очень полезное для красоты лица действие, значит, но эффект хороший, то есть плюс 10-15, там, ну, в зависимости от силы смятия. Вот. Мы предполагали такой грим, но съемки потом проходили при температуре от минус 28 до минус 42, и поэтому никакой грим не ложился ни на что. То есть... Было замерзшее лицо, замерзшие эти коробки с гримом, замерзший клей, ничего никуда не вбить, не положить, ничего не работает, камера не снимает, значит, сел на железную перекладину, прилип к ней, потом отдирать. Ну, в общем, это какое-то было просто вот, ну, это было такое испытание, было очень серьезное физическое испытание съемки этого фильма. Этого вообще не видно в кадре, вот это самое обидное. Все наши страдания, кажется, что все как бы, ну, только пар изо рта. Вот. Меня действительно этот сценарий потряс. Он меня волновал, мне ужасно хотелось вот как-то. Я воспринимала его как абсолютную притчу. То есть это, на мой взгляд, не реальная история, да, женщины, которая там куда-то приехала, потеряла ребенка. Да, это для меня такой путь души человека, который вот проходит свои круги и обретает знание. Такое нелегкое.
Вот. И это были замечательные 2 месяца счастья и какого-то такого творчества потрясающего. В общем, это было действительно огромное удовольствие. И Кирилл Семенович очень как-то он нашел новый способ съемки. Это было все как-то очень странно, потому что, значит, Олег Лукичев, тоже выдающийся оператор, который снимал этот фильм, они все время что-то разговаривали с Кириллом Семеновичем, там бу-бу-бу-бу-бу в углу, что-то такое, мне ничего не говорят. А есть, ну, есть артисты, которые после каждого дубля идут к монитору. Монитор — это такой телевизорчик, который стоит на площадке. Можно подойти и посмотреть только что отснятый дубль. Есть артисты, которые ходят смотреть, и которые не ходят. Я не хожу. Потому что я, во-первых, не люблю на себя смотреть. Во-вторых, это отбирает время у процесса съемочного. Я не хожу. Но я все время я что-то играю, а камера все время... Я что-то очень сильно тут переживаю, а камера в это время снимает мой ботинок. Потом, значит, я бегу, камера снимает мне спину. Потом я что-то кричу, а камера в это время снимает птицу. Я не понимаю вообще, что происходит. Просто я ничего не понимаю. Наконец я говорю, нет, все-таки дайте мне посмотреть. Я пошла, села к монитору, посмотрела и поймала, вот как мне кажется, вот эту вот задумку их. И дальше мы просто с Олегом, мы вот как будто танцевали. Вот это такое счастье, когда вот не просто... Не просто так съемки там. Ты сказал, я сказал, он сказал, ты сказал. Вот и дальше так и монтируется восьмерка, то, что называется, да? А какие-то совершенно непонятные вещи, и ты чувствуешь, что у тебя камера сейчас здесь, и неважно, твоего лица может не быть в кадре, и все равно это все работает, потому что это художественная задумка. Вот это было тоже огромный такой опыт, и это тоже, конечно же, заслуга Кирилла Семеновича. Что касается ситуации. Я очень рада, что вы задали этот вопрос, потому что... Это то, что меня невероятно волнует, задевает, то, о чем я не могу перестать думать. Я хожу на суды, я вместе со всеми друзьями Кирилла Семеновича, а я имею счастье считать себя одним из его друзей, мы бесконечно ищем способы и возможности как-то на эту ситуацию повлиять. Я знаю, что есть люди, которые действительно, читая информацию, которая поступает в СМИ, считают, что Кирилл Семенович и его команда что-то украли. Это не так. Я могу в этом поручиться. Это не так. Люди, которые находятся под следствием, и Алексей Малобродский, и Софья Апфельбаум, они не... и Юрий Итин, они... попали в страшнейшую ситуацию, оказались заложниками системы, скажем, законодательной, да, которая в поле взаимодействия государственного театра, то есть театра, вернее, и государства, которое дает деньги, вот это вот поле взаимодействия, оно законодательно очень непросто описано. Там есть целые, как сказать, такие лакулы, да, которые можно... Ну, меня уже отключили. Не успела дойти до главного. Которые можно при желании заполнить криминалом очень легко. Не все может происходить официально. Например, если мы решили сделать спектакль, в котором будет, я не знаю, и от нас требует описание. Например, мне нужен зеленый шкаф, красный диван и синий унитаз. А потом в процессе репетиции или чего-то я понимаю, что мне унитаз, например, не нужен вообще, диван нужен фиолетовый, а шкаф, вместо шкафа должна быть этажерка, я не знаю, да? И дальше начинается уже как бы, а вот это так написано, а это учтено, а это не учтено и так далее и тому подобное. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, мало того, я, возможно, и не все их знаю и понимаю, я только знаю и понимаю точно, что и Кирилл Семенович, и все, кто сейчас находится под следствием, не совершали преступления, в том смысле, что они могли где-то ошибиться, могли быть ошибки в бумагах и что-то там еще, я не знаю, но никогда в жизни у них не могло и быть не может умысла украсть деньги вместо того, чтобы сделать на них спектакль.
Кроме того, ну, просто мне кажется, что заслуги Кирилла Семеновича перед русским театром, перед вообще мировым театром неоспоримы. Это признано, это известно. Его театр может кому-то не нравиться, мы тоже это не обсуждаем, потому что он очень, как сказать, в чем-то авангардный режиссер, в чем-то... там, то есть совсем не классический, не психологический и так далее и тому подобное. У него очень... Мало того, есть спектакли, которые мне не очень нравятся его, есть, которые безумно нравятся. Это все не важно. Важно, что этот человек живет заради Аполлона, то, что называется. У него единственный его смысл жизни — это его работа, искусство, театр и там, кино, все, что он делает, он невероятно творческий человек. И, конечно, то, что сейчас происходит, безумно тяжело, потому что он лишен возможности работать, он находится под домашним арестом. То, что происходит с Алексеем Малобродским, на мой взгляд, не поддается никакому описанию, потому что вина не доказана, человек сидит в тюрьме 8 месяцев. И, в общем, следствие ведется в такой форме, которая вызывает ощущение того, что те, кто это следствие ведут, не хотят докопаться до истины, а хотят найти доказательство вины априори, считая людей виноватыми. Поэтому это такая больная и серьезная тема, и мне кажется, очень важно, чтобы люди понимали, что происходит. Спасибо. Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте. Ксения, присядьте, пожалуйста. Это не к тому, что вопрос будет такой. Мне неудобно. Вот та же самая фигня, поверьте. Давайте постоим. Я вас подозреваю в любви к Италии и вопрос о том, как эта любовь случилась. С чего это началось? Вы знаете, любовь к Италии началась с наших первых гастролей Малого драматического театра в Риме, когда мы привезли туда дядю Ваню, которого мы играли вчера и сегодня у вас. Я помню, как мы ехали на автобусе из аэропорта, и вот мы въехали в этот великий город и проезжали мимо памятника вот этого огромного Виттория Эммануэля, белая вот эта громадина невероятной красоты, которую, правда, римляне называют печатная машинка и ненавидят ее лютой ненавистью. Но почему-то именно в этом месте, когда я вот это увидела, вот эту белую белокаменную пену, я заревела. И дальше, в принципе, я ревела всю неделю, которую мы там гастролировали, носилась по Риму, и пыталась побывать во всех местах, только которые я знала, и времени никогда не хватало. И я помню, Нелли Михайловна помнит, как мы застряли, мы пошли смотреть, нет, не Колизей, я уже сейчас не помню. В общем, в каком-то месте, в одном из мест, и настолько там растворились и обалдели, что я поняла, что у меня через 15 минут явка в театре. А я не то, что не понимаю, куда идти, я не понимаю, на каком я нахожусь расстоянии. Естественно, никаких такси или что-то тогда речи не шло, и я просто бежала. Я помню, что я неслась и ввалилась в театр совершенно мокрая. Вот так вот еле-еле успела прийти в себя, что, в общем, непрофессионально, но все равно все время, вот от рассвета до спектакля и после спектакля опять до рассвета, мы гуляли по Риму, ходили, на все это было насмотреться невозможно. Потом, следующий раз я приехала в Рим, это был какой-то чудовищный сериал русский, какой-то просто, ну, какой-то совершенно, просто какой-то чудовищный по своей глупости. Я даже не помню, что, кого, у меня была какая-то две сцены, я какие-то пистолеты, ну, какой-то просто кошмар и позор. Ну, в Риме! Поэтому, конечно же, я согласилась. Я, в общем, и там я уже как-то, я не помню даже на каком языке мы пытались поговорить с кем-то, и я помню, что вот кто-то из съемочной группы сказал, ну вот, типа, конечно, тебе тут самое место в Италии, очень ты тут хорошо смотришься. И я так думаю, да-да-да. Угу.
Ну и через пару лет произошло вот такое вот судьбоносное в моей жизни событие, когда режиссер Джузеппе Торнаторе написал сценарий, в котором главной героиней является иностранка, то есть не итальянка. Искал ее по всему, там, значит, Чехия, Украина, еще где-то. И в какой-то момент вот где-то ему попалась моя фотография, и меня вызвали на пробу в Москву. Я не говорила на итальянском буквально что ни слова. Ну, «филичита», «итальяно веро», что там мы еще знаем. Ну, такие какие-то вещи, да. И я понимала, что, конечно, никогда в жизни это просто полный бред. Оскароносец, режиссер, главная роль, Италия. Ну, это все вообще какая-то просто сказка не из моей жизни. И я думаю, ну, я хотя бы встречусь с ним, посмотрю ему в глаза, великому человеку, и, может, потом когда-нибудь будет что-нибудь он снимать в России, я там пройду в массовке. Приехала и решила, что зачем мне переводчик? Лучше я ему в глаза буду смотреть. И говорю, а не надо мне вашего переводчика, идите все отсюда, мы поговорим. А причем, когда я зашла, там сидело два мужчины итальянских, и я не знала, какой из них. Торнаторе. И я так как-то пыталась как-то на обоих произвести впечатление, но потом минут через 10 стало понятно. Ну вот. И дальше мы прекрасно пообщались минут 40. Значит, Торнаторе много что мне говорил. Я не знаю, что он мне говорил, но я активно кивала и говорила «си». Ну, я боялась сказать «но», потому что мало ли вдруг он мне скажет, а вы хотите у меня сниматься, а я ему «но». Поэтому я на все говорила «да-да-да» по-итальянски, мило улыбалась. А, я знала скороговорку на итальянском благодаря Валерию Николаевичу Галиндееву, нашему замечательному педагогу по речи. «Соппра ля панка ля капра кампа, сотто ля панка ля капра крепа». Я тоже понятия не имела, о чем эта скороговорка. Она, оказывается, про козу, которая почему-то под лавкой жила, а на лавке сдохла. Ну или наоборот. И я в какой-то момент впендюрила, значит, вот это вот... Совершенно не к месту. Видимо, они подумали, что у меня не совсем хорошо с головой. Но так или иначе, разговор наш закончился. Я вышла счастливая, значит, поняла, что ну окей, поговорила, пообщалась. Могу теперь хвастаться. И уже едучи в аэропорт, мне позвонила, значит, ассистент по актерам, сказал: скажите, пожалуйста, Лев Абрамович Додин говорит по-английски? Я говорю: зачем Лев Абрамович Додин, почему он должен говорить по-английски, с кем и на какую тему? Ну вот, значит, просто вот, в общем, надо вас отпрашивать из театра и так далее и тому подобное. Ну и потом, в общем, на самом деле я еще полетела потом на один день в Рим. Мне прислали текст сцены, я его разобрала со своей подругой, которая говорила на итальянском. Все сказала, все слова в камеру сказала. Ну, в общем, я так понимаю, что Торнаторе уже решение к тому моменту принял. И дальше выяснилось, что я ответила си-си-си на целый ряд прекрасных вопросов. Например, свободна ли я ближайшие 4 месяца? А у меня было около 20 спектаклей в месяц. В малом драматическом и еще несколько в театре на Литейном. Снимаюсь ли я голый? Я сказала, конечно, да, с большим удовольствием. Вожу ли я машину? Я не то, что машину не водила, вообще не знала, как дверь у нее открывается. Значит, я вожу машину, прекрасно пою, снимаюсь голая и абсолютно свободно ближайшие 4 месяца. Вот такое у нас было собеседование. И дальше все это стало выясняться, и я говорю, что они мне говорят, вот вы должны с этого числа поэта находиться в Риме. Я говорю, я не могу, у меня спектакли, у меня это, у меня то. И дальше начался какой-то совершенно сумасшедший процесс, очень такой тяжелый и сложный. Я за 2 недели похудела на 8 килограмм просто от нервов. И было тяжело и в театре, конечно, и слава богу, что Лев Абрамович пошел мне навстречу. В тот момент репетировался спектакль «Король Лир», меня отпустили с репетицией. Какие-то спектакли я доиграла, на какие-то я прилетала, мы снимали 6 дней в неделю, каждый день с утра до вечера, и на выходной я еще летела
играть спектакль. Вот, так что это неинтересно, хорошо. Всего хорошего. Хорошего вечера. Вот. И вот там как-то все это завертелось. Это была интереснейшая работа. Я ничего, ни слова не понимала первое время. Значит, но со мной было запрещено общаться на любых других языках. И поэтому очень быстро я, как, вот знаете, в воду бросают ребенка, и он плывет. Ну, или тонет. Ну, вот я выплыла. И, в принципе, через 3 месяца я говорила на языке. Итальянский язык очень легкий, и это не потому, что я вундеркинд. У меня была база... А? Фееричная? Сейчас. В общем, поскольку у меня был французский, то это очень помогало, языки близкие между собой по группе, вообще по написанию, по всему. Ну и кроме того, технические понятия в кино, они везде одинаковые. Поэтому команды такие самые элементарные, очень быстро я понимала и ловила. Хотя были и проколы, когда я кивала и делала вид, что я понимаю, а потом на деле выяснилось, что я делала все ровно наоборот. Но Торнаторе, хитрый дядя, он делал вид, что он мне верит. Я делала вид, что я все понимаю, а он делал вид, что он мне верит, что я все понимаю. Где-то через год мы с ним это выяснили на дружеской, при дружеской беседе. Вот так, собственно, и родилась моя любовь к Италии, и она действительно не угасает и продолжается, и после этого фильма было еще 8 или 9 картин, уже, конечно, не таких прекрасных, но тоже интересных. Вот, и какое-то огромное количество премий, которое посыпалось, но это потому что, в общем-то, конечно, он живой классик для итальянцев, и поэтому все, что он делает, это априори очень-очень ожидаемо и очень ценно. Вот такая история. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Ксения, я, к сожалению, наверное, не видел вживую ни одного вашего спектакля. Вы не часто к нам приезжаете, а я не часто бываю в Петербурге. А сегодня? Не смог. Я не очень сможешь. Сильно пытался. Использовал телефонное право, использовал некрасивые методы вербовки методистов, но вот сюда попал, на спектакль нет. Я просто хотел понять, вот, какая роль в кино, потому что фильмы с вашим участием я, ну, многие, наверное, смотрели, я в том числе, ну, наверное, почти все видел. Какая роль для вас наиболее органична, вот как для Ксении Рапопорто, как ну, для вас лично? С одной стороны, органична и близка, дорога. Не то, что вот она вам роль понравилась, а вот вы чувствуете, вот, что я дата, я такая в жизни, либо я такой бы хотела быть в жизни. Ну, это две разные вещи. Ну, да, наверное. Да, наверное. Ну, можете ответить на оба вопроса. Я поняла. 2 дня. О, да. 2 дня, и я страшно благодарна Дуне Смирновой, моей подруге. Когда она писала этот сценарий, она писала его, сразу имея в виду Федора Сергеевича Бондарчука и меня. То есть она писала на 2 конкретных актеров. Мы с ней не были даже знакомы. Я безумно и благодарна. Я не знаю, как она так меня почувствовала и увидела. Там все равно, конечно, есть какие-то вещи, которые мы откуда-то брали, и где-то я играю там ее уже в процессе, как бы сказать. Но, наверное, да, это ближе мне всего. Потому что мне обычно я играю очень плохих женщин, очень страшных. Ну, да. Ну, в общем, да, вот эгоистичных, но интересно. Это вот не эгоистично. Я считаю, что я не эгоистична.
По крайней мере, я такая же нелепая, это точно. Доброй ночи, Ксения. Добрый вечер. Вы для меня импульс, вспышка, ветер. Тем не менее, вопрос из области творчества, но другого творчества. Как у вас кулинария, или, может, вы там крестиком вышиваете? Вот приземленные такие женские вещи как-то с вами вяжутся? На мой взгляд, нет, но удивите нас. Спасибо. Спасибо. Не дал мне Бог этого таланта. Я не умею готовить, я не люблю это делать. То есть иногда, вот когда я была беременна второй своей дочкой, вот у меня был приступ, но это, мне кажется, была форма токсикоза. То есть я все время что-то готовила по каким-то книгам кулинарным. У меня появились какие-то кулинарные книги, и я по ним что-то все время готовила, и у меня получалось. Но дело в том, что вот, например, у меня есть друзья, которые готовят так, что говорить после этого, что я готовлю, просто, например, Авдотья Андреевна Смирнова готовит так, что можно сожрать тарелку и стол вместе с тем, что она на него ставит. Она делает это быстро, легко, у нее все время что-то там, какие-то кастрюли, все это кипит, скворчит, я не понимаю. Федор Сергеевич Бондарчук готовит так, что можно сойти с ума. Просто можно сойти с ума. Они еще импровизируют это все. И вот, кстати, когда мы снимали 2 дня, невероятная была атмосфера на площадке, потому что мы жили за городом, и они все время готовили. А у них были прямо соревнования кулинарные. Кто лучше накормит съемочную группу? И в какой-то момент, в общем, это сказывалось уже на костюмах и на всем остальном, и все просили их остановиться, но это было неостановимое соревнование. Вот этот бесконечный дастархан такой после съемок, мы все время вот ели ужин. Поэтому я готовить не умею, не мучаюсь по этому поводу. Я могу сварить, ну, то есть я варю кашу, естественно, там могу смешать творог со сметаной и полить сверху вареньем, хорошо режу колбасу. Что еще? Ну, в общем... А нет, у нас есть один рецепт в семье, это Наполеон. Это сложный в изготовлении торт. И это единственное, что я могу делать, но это прямо у нас передается по женской линии, уже вот 5-е поколение, и это я делать умею, это занимает 6 часов, и это совершенно... Но все сходят с ума, все друзья его ждут, знают и любят. Вот. Ксения, здравствуйте. Хочется сказать большое спасибо за спектакль, конечно, в первую очередь. И в связи с этим у меня вопрос. Этот спектакль у вас долгожитель, и мне интересно, во-первых, как ваше отношение к вашей героине меняется? Оно же не может не меняться, вы меняетесь, то есть 15 лет, да, спектаклю? И как вам удается сохранять такую сплоченность, ансамблевость, точность вот в коллективе вашем творческом? Хотя бы про спектакль «Дядя Ваня». Спасибо. Ну, про вообще тут наш коллектив и все замечательные качества, которые у него есть, это, конечно, абсолютная неоспоримая заслуга Льва Абрамовича Додина. Я сама не знаю, как он это делает. Собственным примером. Иногда, как сказать, жертвенностью, иногда насилием, иногда любовью, иногда жестокостью. Ну, не жестокостью, не жесткостью, вот, жесткостью. Иногда, наоборот, невероятным пониманием. То есть, ну, я не знаю такого другого театра, это правда. А у нас есть какой-то вот такой... Я помню, что я невероятно это почувствовала, когда вот происходит, например... Заболевает кто-то из актеров или что-то случается, спектакль отменять нельзя, и бывают срочные вводы. И вот эта ситуация, в которой очень многое проверяется. И вот у меня был такой, вообще нет, уже пару лет назад, кажется, что вчера было. Был ввод в замечательный, сложный спектакль «Три сестры», в котором вот вдруг произошло вот это вот какое-то волшебное совершенно... какой-то вихрь такой, когда все участники спектакля, и те, которые его играют уже 5 лет, и тот, кто сегодня в первый раз вот в такой роли, мы все совершенно были вот одним единым каким-то
одним единым организмом. И ощущение было, что это просто вот какой-то прям действительно вихрь энергетический, замечательный спектакль был, и просто... Это даже, вы знаете, это даже не ощущение поддержки, а это просто вот ощущение, что ты — это я, а я — это ты. И мы все вместе про что-то одно играем. И, может быть, кстати, вот это, что как бы у нас... как мне кажется, я могу ошибаться, но как мне кажется, что вот Лев Абрамович очень нам, как сказать, транслирует, у нас нету, как бы, знаете, вот ролей. У нас в процессе репетиции многие пробуют все роли. То есть есть возможность попробовать любую роль. Даже мужчины могут попробовать женские роли, а женщины — мужские. И вот это вот ощущение, да, что мы варим какое-то общее, общую такое вот зелье. Я не просто я, у меня вот такая роль, как бы, и все, да, вот это есть что-то, нечто общее, понимание, взаимопонимание, и вот, ну, и, наверное, из этого, может быть, еще вырастает такая сплоченность. Дядя Ваня, действительно, спектакль «Долгожитель», ему 16, по-моему, нет, сколько ему лет, 15. Вообще невозможно в это поверить, потому что получается, что мы многие из нас вошли в этот спектакль, будучи младше своих персонажей, а сейчас мы очень хорошо... Угу. Несправедливо, я согласна. Несправедливо, но... В жизни так оно и происходит. Ну, это, кстати, очень хороший вопрос. Сейчас можно я сейчас? Потому что Елена Андреевна обычно, как бы сказать, она там несколько раз в пьесе устами разных персонажей говорится о том, что она скучает, не находит себе места, ходит от лени, шатается, и вообще она... Я помню, что вот это вот ощущение, не бывает такого в жизни, чтобы была скучная, тоскливая, тоскующая женщина, и вокруг нее бы кто-то крутился. Никогда это не связано с красотой. Никогда в жизни. Мы это все знаем. Когда в человеке бьется жизнь, огонь, чувства, и он интересный, смешной, веселый, ни разу не скучный, только тогда вокруг него будут крутиться... мужчины. А при этом они будут крутиться и говорить, вот какая ты скучная. А скучная, потому что что ж ты мне никак не отвечаешь. Какая ты скучная. Как бы. Что ты ходишь и шатаешься. Иди уже ко мне, я тебя обниму. Вот же смысл, да? И это Лев Абрамович очень смешно это показывал, говорил об этом много. И поэтому вот, вот, наверное, секрет. Мне кажется просто, что она страшна, в ней столько неизрасходованной любви, столько неизрасходованной юности, желания любить, обладать, принадлежать, рожать детей, вообще все что угодно. И она очень страстный, мне кажется, человек. И все это заковано в, как сказать, вот в эту броню ее жизненного выбора. Да? Вот она вышла замуж, и вышла замуж по любви, надо сказать, как когда-то бывший. Да? Вот, но я другому отдана, и буду век ему верна. Вот и судьба. Я считаю, что да. И рассказы замечательные. Просто, понимаете, мы когда читаем... А у него и рассказы очень тяжелые. Вы имеете в виду текст пьесы, который вы читаете, или спектакли? Потому что когда вы смотрите спектакль, то вы смотрите, как сказать, не в чистую на Чехова, да, потому что никто из нас не вправе сказать, вот Чехов имел в виду вот это, да, я не возьмусь никогда. Я не знаю, что имел в виду. Вот, и вы не знаете, и никто не знает, даже Лев Абрамович не знает, что конкретно имел в виду Чехов. Он только знает и чувствует боль, как сказать, разрывающую мозг мысли, которые туда заложены, и об этом он говорит. Он говорит о том, что волнует его через Чехова. Поэтому это всегда
нельзя говорить на основе, потому что если вы посмотрите еще 54 других «Дяди Вани», вы увидите совершенно другие истории, вообще про другое. И где Чехов, никто не скажет. Никто. Зачем отбираете? Вы поймите, я же хочу задать вопрос, вы не даете. Вы не даете. Ну, кричите, пожалуйста. Да я не кричу. Ну давай. Еще раз, я вас ликвидацию, у вас там была небольшая, может быть, роль, но совершенно очаровательный румынский акцент, и вот на работе с Лавроненко вот вы можете поздравить. Да. Ой, я забыла первую часть вопроса. Первая была про... знаете, у меня нет в моей жизни не было такого счастья. Я с Алисой Бруновной не работала вместе, у нас нет ни одной совместной работы. Я с ней знакома. Она друг нашего благотворительного фонда «Дети бабочки». Она замечательная, она мой кумир. У меня было одно с ней пересечение. Она лично вручала мне премию «Стрижельчика». И никогда в жизни я так не переживала, и я честно вам скажу, что никакой кубок в Вольпе, я сейчас, правда, не пафос, но вот из ее рук получать приз, это для меня прям незабываемые такие ощущения. Мне было стыдно, и им казалось, что это, ну, в общем, вот так. С БДТ я при этом работала, у меня был там спектакль, который сейчас, к сожалению, не идет, спектакль «Трактирщица», но там были мои однокурсники и артисты БДТ. Ликвидация. Значит, это польский акцент. Я его совершенно наглым образом сняла с артистки нашего театра малого драматического Уршулы Малки. Я просто схватила Уршулу, посадила ее в угол, взяла диктофон и попросила ее прочитать мне текст моей роли, моей реплики, которые мне предстояли с той или иной степенью выраженности акцента. В результате, когда я приехала на съемочную площадку, то Урсуляк меня послушал и сказал: «Я ничего не понимаю, что ты говоришь». Потому что это был один сплошной акцент. Он говорит: «Нет, пожалуйста, давай-ка уменьшать». И мы в процентном соотношении, я ему говорил, минус 15. Там типа еще как, ну, в общем, мы снижали как-то. Вот. Но у меня просто была запись, это так, как сказать, тот, в общем, обезьянничание чистой воды или профессиональный подход, другими словами. Но мне было очень приятно, потому что в конце, когда было озвучание, и Урсуляк сказал: «Ну, сейчас мы на озвучку вызовем из посольства Польши серьезного человека, который мне и скажет, что-то там мне несла. И будем исправлять все». И пришел человек, и у меня прям было такое счастье, потому что он сказал: «Ни одного звука исправлять не надо, вот озвучивайте, как озвучали». То есть все было сработано правильно. А это действительно не совершенно небольшая роль, но вот меня до сих пор узнают в основном по ней, хотя это было много лет назад. Доброй ночи. Ксения, я вот свое мнение. Надеюсь, может быть, кто-то присоединится. Я здесь только потому, что считаю вас, ну, я вообще из мира спорта, я считаю вас лидером сегодняшнего артистического вот этого вот мира в кино и даже предшествующего всего. Ну, так вот думаю. И вот, возвращаясь к этому фильму «Ликвидация», я не все видел, что вы сделали. Но там в коротком эпизоде даже третьего плана вам удалось передать настоящую любовь. Может быть, вот я так не кинокритик, я так думаю, больше даже, чем у Ромео и Джульетта. Там наша реальная жизнь, дикая ситуация, и все это в эпизоде, который запомнился больше всего из всего фильма. И вы, как вот если это к спорту соотносить, не считаете это высшим своим достижением? Какой в плане артистического? Мне даже интересно. Интересно? Но запоминается то, что там сразу видишь бесконечную любовь, превосходящую даже жизнь. Когда монолитный человек, да, он преступник,
вы его, ну, гражданская жена или женщина, которая его любит. Но любит, это видно сразу. Вот взгляд, слова, тембр, интонация, и вот это чувство, и все это передано мгновенно, не за 2 часа фильма, а в течение нескольких секунд, может быть, там 30 секунд, и потом еще один эпизод, и все это осталось. Помнится-то больше всего это, а фильм, он не стандартный, не такой уж простой, не такой однозначный. А ваш эпизод, где вы сделали это, там Чекан звали, по-моему, этого героя, да? Чекан. Да, и вот Чекан, и вы его любили, ну, героиня. И все это осталось. Вот вы не считаете, что это очень высокий уровень, может быть, высший? Я вот это хотел спросить. Спасибо вам большое за такие приятные слова. Спасибо огромное. Но вы знаете, мне кажется, вот искусство любое, кино, театр, живопись, литература, вот когда что-то, вот, как сказать, вот вы говорите о каком-то достижении высшем, да, оно тем и, как сказать, и волшебно, что большую часть вот этого чуда проделывает внутри себя зритель. Поэтому то, что это вот так для вас осталось, да, в этом есть ваша большая заслуга. Поверьте мне, это так. И талант зрительский, читательский, это великая вещь. Не все люди слышат, не все люди чувствуют, не все люди понимают. Или понимают по-другому, или понимают с разной степенью глубины, с разной степенью боли, с разным юмором и отношением к жизни. Очень большую часть составляет талант восприятия. Поэтому я думаю, что в этом есть такая же и ваша заслуга. Конечно, заслуга режиссера, конечно, заслуга оператора, ну и кроме того, Костя Лавроненко настолько прекрасен, что ну кто же его не любит, глядя на него на экране. Вот, вот. Да. Мне уже стыдно, что я в микрофон говорю. Так. А я хочу помолчать. Давай. А, Ксения, добрый вечер. У меня два момента. Не разочарованы ли вы провинциальной публикой? Может быть, мы как-то воспринимаем энергии, города, спектакли не так, как вам привычно. И второй момент, небольшая предыстория в двух словах, сходила я как-то на телевизионный Москвы спектакль. Создатели спектакля исходили из тех постулатов, что современное искусство – это провокация. Допровоцировались сидеть на спектакле, было стыдно. Ну, местами тошнотворно, да, спектакль был по классике, по Толстому. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к подобным экспериментам, понимаете ли, что хочется провоцировать режиссер и готовы в этом участвовать. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу сказать, что публика, то есть я даже не, я вот сейчас пытаюсь даже вспомнить, где-нибудь у меня было ощущение провинциальности публики, хоть в каком-нибудь городе. Я не знаю, может быть, это его не было, я вам клянусь. То есть, может быть, это заслуга, опять же, Льва Абрамовича, да, и его, то, что уже, может быть, на его спектакли приходит определенная публика, это, вот это мне сложно сказать, этого я не знаю, но никогда не было ощущения того, что что-то не так или недопонято, и бывают... Бывают разные залы, и в Питере бывают залы, которые вдруг начинают реагировать, ну, в общем, довольно пошло, ну, как бы, или вразрез совершенно с тем, что, о чем хочется говорить, и ты это слышишь, и ты пытаешься это перебороть, и смех бывает разным, да, и так далее, и тому подобное, но если мы будем говорить о вчерашнем, о сегодняшнем зрителе, то это совершенно фантастический зритель. И все абсолютно слышащий, и в каких-то вещах более тонкий, и в каких-то вещах слышащий совершенно что-то свое. И вот вчера был, может быть, и по-нашему такой чуть более спокойный, такой более такой тяжелый зал, а сегодня, наоборот, был такой прям пузырящийся, и вот так вот слышишь, как сказать, реакция
и дыхание ты слышишь, и смех, и я вижу, и слезы есть, и это все, мне кажется, мы и вчера, и сегодня, в общем, с вами дышали и говорили на одну тему. Это самое главное, потому что самый лучший зритель — это тот, с которым ты можешь на одну тему сегодня думать, говорить, огорчаться, смеяться. Но не он над тобой, и не ты над ним, а мы вместе над чем-то, о чем рассказываем. И вот в этом смысле здесь, в Красноярске, умный, тонкий и чувствующий зритель. А, вот. И про современный театр, про провокацию. Я вообще авантюрист. И мне нравится, мне хочется, в общем, участвовать в чем-нибудь необычном и идти в какую-то совершенно неизвестную мне сторону, и пробовать себя в чем-то непривычном. Это всегда страшно для актера, притягательно и соблазнительно. Но я очень четко для себя разграничиваю поиск сути и смысла в каком-то, например, классическом произведении. Там, например, спектакль Кирилла Семеновича Серебренникова «Маленькие трагедии», который, к сожалению, до вас не доехал, и, к сожалению, я боюсь, что может и не доехать, потому что им не очень дают гастролировать. Спектакль фантастический, там нету вообще никакой, как сказать, ну, то есть ничего из того, что может себе представить человек, идущий на классический спектакль по Пушкину «Маленькие трагедии». Там совершенно современная история, совершенно современное решение, но это больше, ну, как сказать, это настоящий Пушкин. Это Пушкин, потому что он писал в свое время, писал о современном себе. И в данном случае режиссер взял смысл и суть и дал этому форму, в которой современному зрителю, современному человеку, например, не привыкшему ходить в театр, не привыкшему читать стихи Пушкина, с трудом, вот на него это, то есть в него это попадает просто, ну, мгновенно. Кроме того, там есть, как сказать, коды, которые, ну, прям смыслово тебя взрывают. Ну, то есть я плакала там трижды на этом спектакле, хотя я, как сказать, ничего неожиданного в тексте для меня там не было. Текст сохранен полностью. То есть текст тот, который есть. Вот. Но, наверное, я уверена, что для какого-нибудь пожилого человека этот спектакль может оказаться совершенным шоком, да что это такое, какой же это Пушкин и так далее, да? А бывает, когда режиссер не хочет выявить никакой сути, а хочет действительно просто провоцировать. Провоцировать, я даже не знаю, что тут провоцировать. Ну, или, как сказать, ну, в общем, не по сути он это делает, а просто ему вот так вот, ну, да, давайте всех сделаем лесбиянками, или а давайте они все будут пукать, а давайте там еще что-нибудь, а давайте, ну, там матом будут ругаться не в тему. Потому что, опять же, мат бывает, что без него никак. Какие-то вещи на сцене. Это тоже так. У нас был такой спектакль. Недавно я видела совершенно замечательный спектакль «Солнечная линия», где есть мат. Но это, убери этот мат, и очень много потеряется. Потому что да, мы когда ругаемся, мы ругаемся матом. Зовите мне человека, который никогда в жизни не ругался матом в этом зале. Ну, по-честному, да, правда? И можно поставить ограничения, написать 12+, или 48+, все, что хотите. Хотя, понимаете, наши дети, которые живут и слышат иногда дома такие тирады, понимаете, ну, просто смешно, ну, как будто это ханжество. Вот. Поэтому все, что по сути, все, что рождается из смысла, все, что волнует по-настоящему, все прекрасно. Все, что выходит из сердца, в сердце и попадает. Все, что выходит неизвестно откуда, из какого места, и рассчитано совершенно другое, оно никуда не попадет. И в этом, конечно, участвовать не хочется. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле, вы так удивились, что мужчина не попал на этот спектакль, но на него раскупили билеты буквально в первый день. Я вчера еле урвал последний билет. Это было очень показалось, сложно. Что у этого мужчины есть все возможности получить билеты. Давайте отвлекемся немного от театра.
Давайте. Расскажите о том, чем вы увлекаетесь в свободное время, которое у вас, судя по всему, не так много. О ваших хобби. Может, вы с дочерями куда-нибудь ездите зимой на сноуборде, кататься на лыжах? Предпочитаете активный отдых или книги читаете? Спасибо. Слово «хобби» я ужасно не люблю. И, в общем, конечно, так в таком понимании слова «хобби» мне, конечно, нету места его в моей жизни, просто чисто физически. Детей хобби не назовешь. И, как бы сказать, да, в общем, благотворительный фонд тоже, поэтому хобби у меня нету. Я очень люблю читать, и меня это лечит и восстанавливает. Я очень люблю спать, когда это удается. Если вот это можно отнести к хобби, то вот это. Я люблю активный отдых. Дети у меня активные. Никто не будет сидеть на пляже в шезлонге больше 20 секунд. Поэтому все окрестные, значит, пещеры, горы, буераки, овраги, ямы – это все наше. А лыжи, лыжи присутствуют, сноуборд нет. Я просто не очень ловкий человек, и мои друзья про меня шутят, они говорят, что ловкость, единица измерения ловкости – один Рапопорт. Поэтому, понимаете, да, лыжи и сноуборд – это, в общем, то, чего хотелось бы избежать максимально, но приходится, потому что дети, потому что надо ставить ребенка на лыжи, это замечательно. Мне страшно нравится вот этот мир, когда ты попадаешь в вот этот мир лыжного курорта, и там какой-то вот этот ритм сложный, вот это то, что ты в 4 часа совершенно мертвый, возвращаешься домой и вообще ничего. Ну, то есть мне это все очень интересно, мне это все нравится. А на это тоже, как сказать, я всегда стараюсь находить время и... Какой вы нетерпеливый собеседник. Сейчас давайте по очереди, просто есть еще люди, которые ждут задать вопрос. Если останется время, мы еще... Да, я ответила? Ксения, я хотела вернуться. Вы сказали, что у вас по женской линии передается вот рецепт торта. Да, Наполеон. А еще какие есть семейные традиции? И вот немножко расскажите о своих родителях, о семье. И кто-то из них повлиял, вот, может быть, на выбор вашей профессии или были против? Ну, вот такие. У меня замечательная семья. Моя мама инженер. Ну, то есть сейчас они и папа, и мама уже на пенсии. Мама инженер. Она проектировала, работала на закрытом, как это называлось, предприятии, да? Проектировала подводные лодки. А папа архитектор, замечательный архитектор. А я, в общем, можно сказать, в этом смысле не уродилась. Вот. Но дедушка мой, доктор археологических наук, замечательный тоже ученый был. Бабушка реставратор, она всю свою жизнь проработала в Эрмитаже, была заведующей мастерской реставрационной по фрескам. И я не могу сказать, что были против. В общем, были, конечно, не за, я бы так сказала. Но у нас в семье не принято подавлять, ну, как бы отговаривать или давить авторитетом. Поэтому они с большим состраданием наблюдали за моими, значит, попытками то стать актрисой, то не стать актрисой, то стать мамой, то как-то это все соединить нелепым образом. В общем, но в любом случае они меня всегда поддерживали, и родители мои продолжают меня поддерживать, а сейчас они уже старшую дочь мою поддерживают, в общем, на этом же поприще, поэтому они такие самые большие, большая, наверное, мой в жизни такой тыл и защита. Здравствуйте. Спасибо вам большое за встречу. Спасибо. Меня мужчина опередил про любовь к Италии. У меня та же любовь. Я прожила 2 года в Италии. Завидую. Спасибо. Grazie.
Я хочу сказать, что мою любовь к вам перевернул фильм «Незнакомка». Просто еще будучи мамой самой, да, и сейчас уже многодетной мамой, я, пересмотрев его, когда родился самый младший ребенок, я просто охреневаю тех чувств, которые вы переживали. И нет, это очень тяжелый фильм. И я-то хотела немножко попробовать серьезно про Италию спросить. Вы несколько, в многих фильмах снимались. Есть ли разница сниматься у российских режиссеров, да, и у итальянских? Итальянцы очень импульсивные мужчины, очень жестикулирующие. То есть уже понятно, что у вас там были смешные нюансы, да, в понимании друг друга. Вот это вот первый вопрос. И второй. Любите ли вы сладкое? Я очень люблю сладкое. Это нелегко. Вот. Приходится себя сдерживать и бороться. Я думаю, что если бы я не была актрисой, я была бы прекрасной, пухлой, добротной женщиной с формами. Вот. А так приходится себя ограничивать. Хотя это очень вредно вообще, в принципе. Это мы уже все знаем, что это не только толщина, но это просто очень вредно, сахар в любом виде. Это я немножко сейчас ЗОЖ. О, Боже. Спасибо большое, спасибо. Я вас поздравляю с тем, что вы многодетная мама, это замечательно. «Незнакомка» действительно удивительный такой, отдельный совершенно для меня фильм в моей жизни. Ну, во-первых, просто потому что нету фильма другого, и я не думаю, что уже и не будет, где я все время была в кадре. Я все время в кадре. Там, по-моему, без меня есть одна 8-секундная сцена. Ну, это очень, как бы сказать... Нет, там, когда они между собой выясняют, как звали... Ну, в общем, сейчас... Тут не все же смотрели, вот. Но на вопрос, когда... Есть ли разница между работой с российскими и с итальянскими режиссерами? Мне его часто задают, я всегда отвечаю, что нету, как сказать, знаете, вот на этой территории нету географических обобщений, да, или национальных, или еще каких-то. Это настолько зависит от личностных качеств режиссера, потому что каждый режиссер, создавая картину, набирая под себя съемочную группу, артистов, соратников и все остальное, он создает просто отдельную планету со своими правилами жизни, со своим ритмом, со своим настроением, со своей погодой. Там начинается, зарождается совершенно вот особая жизнь, которая заканчивается вместе с окончанием съемок, поэтому так бывает больно иногда, когда заканчиваются съемки, и ты просто не понимаешь, как дальше жить, и как это завтра ты не увидишь этих всех людей, не оденешь вот этот костюм, как вообще это возможно. Поэтому это очень зависит от режиссера. Там есть какие-то характеристики, там, связанные с тем, что у них очень много профсоюзов, и никто не будет работать 18 часов. И это, с одной стороны, хорошо, а иногда бывает очень плохо, потому что, например, снимают какую-то очень сложную сцену, напряженную, где оба артиста рыдают, я не знаю, там друг другу душат или что-то такое, сняли на одного, а потом сказали «стоп, и идем обедать». А вот этот второй, которого будет снимать после паузы, ему как быть? То есть он весь этот час в слезах вот так вот там сидит один на площадке и ждет, потому что если ты пойдешь поешь, то ты вернешься, ты никогда в жизни не это не сыграешь, это не склеится просто потом. Поэтому это, конечно, глупость полная, потому что в России всегда доснимут, а потом ничего, пойдут есть этот холодный обед, который горячим-то и не был. Вот. А там у них, понимаете, еда – это святое, не дай бог, все пошли есть и после еды полчаса спать. И попробуйте это кого-нибудь, приди пораньше на грим после обеда, никто тебя вообще выгонит. Поэтому там, то есть, есть свои плюсы, но свои минусы. Но именно что касается режиссера, это исключительно личностные качества. И российские режиссеры, и американские, и английские, и французские бывают намного более крикливыми, чем итальянцы. Добрый вечер. Пользуясь случаем, что совершенно случайно ко мне попал микрофон, хотела бы, продолжая тему итальянского кино в вашей жизни, сказать, что был фильм, к сожалению, не могу сейчас вспомнить его название, но главное, что вы там играли вместе с Моникой Беллуччи. Был такой? Да. Это лирическая история такая, но что главное, что вы ее там переиграли на мой вкус. За что вам большой респект. Спасибо.
Это вообще достаточно смешная была история, потому что когда мне прислали сценарий, где главный герой расстается с Моникой Беллуччи, она рыдает и просит его вернуться, а потом влюбляется в меня, я его бросаю, и он рыдает. Я говорю, ребята, вы вообще нормально? Как бы, давайте посмотрим реальности в глаза. Мне сказали, нет, нет, нет. Я говорю, ну хорошо, ладно. Судя по результату, это нормально, его вполне можно понять. И у актеров принято спрашивать о творческих планах, так как уже, видимо, наша встреча близится к закату. Хотелось бы услышать, к сожалению, к нашему большому, хотелось бы от вас услышать, в чем вас нам всем ждать на театре и в кино, и как в российском, так и зарубежном. Спасибо большое. Спасибо. Я, можно все-таки про Монику Беллуччи немножко скажу, потому что мне сейчас за нее обидно стало, потому что очень часто... Нет, нет, вы не правы. Очень часто говорят про то, что как бы вот она просто очень красивая, но никакая не актриса. И я не согласна с этим прям в корне. И есть, например, такой фильм «Необратимость», да, где она играет потрясающе. Я не знаю, кто бы так сыграл еще. И... Ну, это даже не только эта сцена. Вот это не та сцена, да, в она тоже там, ну, как бы, ну, там вот как раз понятно, что, ну, плюс-минус ты... Как бы, да. А там все остальное, вот эта потрясающая совершенно история до и после, она играет очень тонко. И кроме того, она, это человек с невероятным чувством юмора, с огромной самоиронией. Она все прекрасно про себя понимает, и она невероятно приятный, гармоничный человек. То есть вот эта ее красота, она не внешняя. Я просто, поскольку вот, ну, имела возможность с ней там как-то чуть-чуть общаться, да, она не внешняя, она внутренняя, она настолько гармонична, она настолько женщина, она настолько мать, она настолько вот, она как сама природа. Вот у нее нету вот этих вот всех, вот этого всего нашего, вот я не знаю чего, вот нету. Она невероятно, просто вот она природа, и поэтому именно этим она красивая, это не просто формы. Вот, ну, просто мне так, я ее очень люблю, поэтому мне хотелось сказать. Да, 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 она прекрасная, да. Вот, а по поводу планов. Грустный момент под конец нашей встречи. Вы знаете, я, в общем, достигла такого возраста, мне казалось, что это никогда не наступит, и что я буду вечно молода, и какой к черту возраст в нашей профессии, всегда можно что-то сыграть. Нет. Поэтому я не могу вам ничего сказать. У меня нету съемок, нету спектаклей, которые бы находились в репетиции. На сегодняшний момент интересных предложений у меня нет. Мне начали предлагать роли престарелых матерей и бабушек. И я совершенно не против сыграть комическую старуху. Я, наоборот, буду очень рада. Но это крайне неинтересные предложения. В них нет совершенно никакого смысла. И пока я не положу зубы на полку, в смысле того, что мне будет нечем кормить детей, видимо, я пока сниматься не буду. Вот так. Мне тоже жаль. Я не думала, что это так быстро наступит. Нет, все уже прекрасно. Я просто к тому, что мне нечего вам сказать, что вот будет то-то, то-то и то-то. Я надеюсь, что будет, но пока нет. Да. А, нет, подождите, есть один прекрасный фильм. Я сошла с ума только что. Я сейчас еще полечу туда на последний день. Это просто очень маленький эпизод. Но фильм прекрасный. Есть такая замечательная книга «Эсав». Ее написал Меир Шалев. Это ныне живущий... замечательный писатель израильский. И это фантастическая книга. Я всем прям рекомендую ее прочесть. Это такая библейская сага, невероятной совершенно красоты и сложности, хитросплетенная, прекрасная литература. Вот по ней Павел Семенович Лунгин сейчас снимает фильм, где у меня есть небольшой эпизод. Про Лунгина можно? Да. Была ли она более успешной, несмотря на то, что там были какие-то призы на фестивале московском, по-моему, для героя, Янковского. Была ли какая-то прокатная судьба по миру этого фильма? И вообще пару слов о Лунгине, с вашего позволения.
По миру я не слышала, чтобы была какая-то у него мощная прокатная судьба. И с Павлом Семеновичем работать очень непросто. Очень такой вот совершенно особенный автор. Он ничего не объясняет, ничего не как бы не тебя никак особо не тобой не управляет, а вот ты должен ему предложить, а уже из этого он как бы вот что-то такое, что он увидит, выловит и как-то из этого что-то соткет. Что касается фильма, для меня как бы результат, монтаж был довольно неожиданным. Я какие-то там пробовала протянуть свои вещи и смыслы в монтаже, монтаж решил иначе. Ну, вот если, как сказать, он до вас доходит этот фильм, это здорово, я очень рада. Потом мужчина Ксения вставал. Сейчас, простите, там просто вот уже несколько раз. Знаете, в театре это здесь и сейчас, а в кино это раз и навсегда. Вот так вот. Потому что в театре у нас есть возможность репетировать, да, это очень такой протяженный процесс, мы можем рождать, выстраивать роли, потом неоднократно выходить на сцену, спектакль меняется, развивается, становится там более острым, более слаженным. А в кино ты должен в полном как бы мобилизации находиться. И вот раз тебя позвали, можешь 6 часов до этого сидеть, тупить и ждать. А потом раз вышел, должен выдать все один раз, но так, чтобы не стыдно было. Вот. Что каждый день? Нельзя выкладываться? Можно, можно. Вы знаете, мы же получаем от вас ответ. Мы же обмениваемся энергией. Мы от публики, тем более вот так, как сегодня там был контакт, да, мы очень много получаем. Поэтому нету того, что ты как бы вот все отдал и ничего не получил. Это обмен. И чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Да. Александровна, добрый вечер. Спасибо вам, во-первых, большое за вашу работу. Спасибо. И вот молодой человек похвастался, что ему удалось купить билет. Мне не повезло. И поэтому я бы хотела вас попросить... Любите ли вы поэзию? Что вы любите? И могли бы вы что-нибудь продекламировать? Я знала, что это будет... так сказать, на десерт. Ой, Господи, это ужасно. Вы знаете, потому что таких, у меня нету программы, да, я знаю, что это даже всякий уважающий себя артист должен иметь программу стихов, песен, танцев и вот это все. Я не умею, это ужасно. А главное, что в этот момент забываешь все стихи, которые знаешь наизусть, хотя вроде бы я их знаю. Я сейчас точно, но поскольку вот у меня дочка маленькая, мы с ней по утрам, когда ездим в школу, учим стихи по дороге. Я могу вам детские стихи прочесть. Спасибо. Юноморец, не поверите. Одна старушка молодая, и моя дочь говорит, что это про меня. Одна старушка молодая на голове вошла в метро. Одна нога ее, седая, держала с яйцами ведро. А на другой ноге висела коза от пятки до плеча. И вся старушка в поезд села, ногами кверху, хохоча. Увидев это, пассажиры к ней проявили интерес. И ей холодные предложили они на голову компресс. Поставить на ноги чудачку они хотели сообща. Но вся старушка впала в спячку, ногами кверху, хохоча.
Потом коза ее будила, бодая с яйцами ведро, и со старушкой выходила ногами кверху из метро. А я стояла, их встречая. А, о боже, в обнимку с дверью от ключа, а также с пирогом от чая, ногами кверху хохоча. Спасибо вам большое. Спасибо, что потратили время, так поздно пришли. Спасибо огромное. Спасибо. Это вышивка. Боже, это вышивка, вы представляете? Это так красиво. Спасибо огромное. Спасибо вам.